10:10. Вот я и собрал черешню. Около 4 ведра я таких собрал. Вот жду свой троллейбус. Сейчас поеду в свою любимую, прелюбимейшую Борисовку. Вечер, не знаю, как будет видео, может оно будет не очень так. Но небо у нас вроде ничего так не затянуто, да? Нету пока моего рогача. Или как у нас говорят по-простому, коровник. Нету. Ждем. В общем, так. Остановочка наша любимейшая, которой уже столько лет. Да, и ведро мое стоит в одиночестве. Когда же приедет наш коровник бентерского троллейбусного управления? Сейчас вечер, они фактически вообще не ходят. А если вам честно сказать, то раз в полчаса. Посмотрим, будем ждать. Я человек терпеливый. Фу. Небо над моею головой. И мое ведро я вот должен Сережке отдать половину, потому что ей будет хана этой черешни, так как мы будем завтра собирать желтую, она более вкусная. Тепловатая она очень сильно. В общем, все. Зарисовочка маленькая. Но дел наделали мы много. Пока. 11 июня 2018 год, город Бендеры.